Эта таинственная кирпичная башня стоит в одном из дворов Васильевского острова. Еще с 19 века местные жители с опаской поговаривали, что под ее крышей живут невидимые для человека мистические существа – грифоны. Потому что по ночам, когда после полетов над спящим городом они возвращаются в башню, в окнах окрестных домов отражаются их крылатые фантастические тени. Хотя более привычное место их обитания – это далекие острова Индийского океана. У грифона, имеющего тело льва, а голову и крылья орла, имеется особый дар находить сокровища, поэтому и гнездо его выстлано золотом. Рядом с ядом когти грифона меняют цвет, а при сжигании серы из его ушей вместе с омелой выделяется целительный дым. И поэтому сразу становится ясно, почему в Петербурге они обосновались именно здесь, в неказистой кирпичной трубе во дворе дома 16 по 7 линии, где со второй половины 19 столетия находилась известная на весь город аптека Вильгельма Пеля. Ее владелец не только готовил и продавал лекарства, но и организовал химическую лабораторию для исследования новых чудодейственных препаратов. А ведь еще со времен Средневековья считалось, что аптекарь и алхимик – это практически одно и то же. И чем они там занимаются, в тиши своих лабораторий, никто не ведает. Как только во дворе аптеки появилось какое-то непонятное сооружение с широкой трубой, по городу поползли слухи, что в этой башне доктор Пель ищет формулу философского камня. В каком порядке и согласии идет в пространствах ход работ? Все, что находится в запасе, в углах вселенной непочатых, то тысяча существ крылатых поочередно подает друг другу в золотых ушатах. Может быть, доктор с помощью созданных им мистических существ изобретал эликсир молодости? Когда аптечное дело отца продолжит его сын Александр, то он тоже будет целыми днями пропадать в этой лаборатории и проводить здесь важнейшие опыты в области социальной гигиены, судебной, физиологической, медицинской химии и фармакологии. И, наверное, не случайно именно он разработает популярнейший препарат «Спермин-Пель», единственный, экспортировавшийся из России в другие страны и неоднократно удостоенный гран-при на международных выставках. Препарат, так похожий на мистический эликсир молодости. Ведь если верить рекламе, он гарантировал исцеление от старческой дряхлости, полового бессилия, последствий пьянства, худосочия и истощения. Хотя знающие люди уверенно говорили, что Пель-младший, продолжая опыты отца, изобрел даже волшебный код Вселенной, зашифровал его в цифрах от 1 до 9 и написал их на кирпичиках своей башни. Так у грифонов появилась новая задача – хранить для людей формулу счастья, открытую их хозяином. Ведь тот, кто сумеет пересчитать все числа на башне и понять их скрытый смысл – обретет бессмертие. После Октябрьской революции от лаборатории осталась только 11-метровая труба. И, конечно, возможно, что цифры на ее кирпичах написал в 1994 году художник Алексей Кострома, как своеобразный инвентаризационный номер башни-памятника, не внесенного ни в какие реестры. Вот только никому не известно, человеческая ли рука или лапа грифона вновь и вновь обновляет белые цифры на красном кирпиче.